берутся легкие булавки. Можно начинать с очень легких, грамм 300, и постепенно дойти до булавки весом килограмма 1,5, максимум 2. Они нужны для того, чтобы элементарно проработать движение плечевых суставов практически во всех плоскостях. Итак, движение, которое я называю расчесыванием, круговые движения, локоть стремится в потолок, поднимается до вертикального положения, если он будет заходить за плоскость головы, а голова остается продолжением туловища, то есть не двигается ни вперед, ни назад, то это будет просто замечательно. Примерно 50 повторений в одну сторону. Второе движение, которое я называю причесыванием, соответственно, движение выполняется уже в обратном направлении. Локоть стремится из-за спины в потолок. То же самое 50 движений и различные виды вращений. Если вы будете их выполнять хорошо, если не будете, страшного тоже ничего не произойдет.